Приступаем к второй части марнизонского балета. Значит, копии мной были доделаны, копии пики. Два копья и три пики. Сейчас я приступаю к следующей части, значит, заказа. Это будут бердыши. Значит, тоже их мне попросили сделать 5 штук разных видов. Вот, будет один топорок и 4 бердыша. Ну, в основном луновидные, потому что они немножко формы разные. Собственно, к этому сейчас я и приступлю. Покажу, что будет получаться. Смотрим.